Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як спокусити чоловіка? Прийоми пікапу для жінок. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Відповідати на наші запитання буде наш спікер. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» тренер зі стосунків Артем Травін. Артеме, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Якими ж способами жінка може спокусити чоловіка і чи потрібно взагалі їй це робити? Перше. Соблазнение для женщин очень важно, потому что как мужчина, так и женщина нужна семья. Семья, соблазнение, как, какие фишки, как зацепить мужчину, это быть сексуальной, вкусно пахнуть, быть легкой, не ходить вот, с лицом каменным. Вот очень-очень важна легкость. Фишка. Как же зацепить? Можно подставить ей мужчине подножку. Можно спросить в городе какое-то место. Да? То есть сказать, что я вот не местная, подскажите, пожалуйста, как пройти вот туда-туда. Да? То есть показать ей город. Обход сознания элементарный, обход сознания, заведение, как подцепить мужчину, как соблазнить его, спросить банально, пил ли он этот коктейль, вкусно либо невкусно. То есть обход сознания, это вот, соблазнение – это процесс. Процесс, то есть сейчас люди что делают? Они сидят вот на сайтах знакомств и часами, годами, да, вот выписывают, а когда получают номер телефона, да, девушка либо парень, то что в итоге делает, да, на встрече, как бы, а вот лучше всего это практика, да, практика и что-то сделать, какое-то действие сделать, чтобы его, ее подцепить, вот тогда пойдет коммуникация, правильная коммуникация, нужно учиться этому. А які взагалі помилки в спілкуванні з чоловіками найчастіше допускають жінки? Можливо, на вашому особистому досвіді ви б могли нам розказати? Часто это должен сразу что-то требовать от мужчины. Когда ты для него ещё не являешься какой-то ценностью, ты ещё для него незначима среди всех. Ведь у каждого хорошего статусного парня, мужчины, есть большое количество женщин. Вот твоя задача, задача женщины – стать, там, войти в 5% интересной, индивидуальной. То есть не таких, как вот его окружают, 95%. То есть быть индивидуальностью и что-то сделать то, что не делает 95%. К примеру, там, первое – написать ему, позвать, там, заплатить за кофе банально. То есть и сказать, что… Сейчас я тебя угощу, да, в следующий раз ты меня угостишь. И таким образом это подсаживает его мозг на то, что он будет ждать уже встречи с ней. Это может быть 4 дня, неделя, неважно. Вот это вот и будет ее отличать от девушек, которые поведи меня в кино, ну, там, в ресторан, накорми. Это не соблазнение, это соблазнение никак не является. Поэтому вот нужно, ведь можно соблазнить просто ходя по улице, да, и а сейчас у нас проблема в том, что это переписка, это встреча, ресторан, цветы, все. А где же эмоции, где раскачка? Ну, от ви говорите про те, що там треба не боятися написати перше, можливо, запропонувати заплатити. Сьогодні, я думаю, багато жінок навпаки дуже бояться робити такі кроки, щоб не налякати чоловіка. Чи не буде це виглядати нібито, що от жінка дуже така рішуча, чи не злякається чоловіка? Ну, для этого і изучение є психологія соблазнення жінки. Где не пережать, где не передавить, где нужно. К примеру, утром, банально утром, что нужно сделать? Просто написать «доброе утро», да, ему. Если вот каждый день, к примеру, она будет писать «доброе утро», «добрый вечер», точнее, «доброе утро», «спокойной ночи». То есть это в голове у него будет как ассоциироваться с ней. Этого практически никто не делает. А это отношение. Ноль инвестиций, ноль вложений. Ничего. Та культура.
Таким образом, она показывает, что он ей симпатичен, как мужчина. То есть банально. Это очень приятно. Хотя бы вот таких вот элементарных вещах. Не нужно ждать. Как показывает практика, если женщина сидит, ждет, переписывается. Я знаю, годами сидят на сайтах знакомств. Годами. Ничего не происходит. Их жизнь не меняется. Ну, просто свидание с одним, со вторым, с третьим. Все. Поэтому действие, изучение, соблазнение – фишки. И нужно практиковаться. Якщо дівчина, наприклад, пише сама, робить перші кроки, а у відповідь немає такої ж взаємної реакції, чи варто зрозуміти, от, що більше такого робити не треба? Для цього потрібно тестити мужчину. Тестити і смотреть, що вона робила в початку, на перших етапах з ним, що вона робила так, або не так. Чому він не відповідає? Чому вона його не зацепила? Чому він не відповідає їй? Вопрос. А які от, можливо, помилки ви б могли назвати, чого категорично не можна робити дівчатам, котрі вирішили привернути увагу протилежної статі? От ви говорите про те, що там не можна одразу вимагати, а можливо, є якісь фрази, які не треба говорити? Фраза «щось требувати». От требувати, либо просити. Коли ти не являєшся значимою ще для нього, если ты пока еще ты не подсадила его на себя, как вот на сексуальный обед, как на девушку, на женщину, поэтому должен как-то очень важно не быть еще навязчивой. Очень важно не быть навязчивой. Для этого все вот, соблазнение, тренинги, консультации и разбирается в изначально, что она делала так, что она делала не так. То есть с определенным объектом. Поэтому здесь нельзя сказать, что если вот эта девушка будет с вот этим парнем делать, кому-то вот подойдет это, понравится, кому-то это не понравится. Поэтому здесь больше, наверное, индивидуально. Но очень важно, хочу сказать, нужно подбирать девушкам обязательно правильные духи. Вот это очень важно. Потому что если девушки вот духи не очень, здесь даже слова не имеют никакого значения. А на що взагалі чоловіки в першу чергу звертають увагу? Там зовнішній вигляд, стан одягу, волосся, запах, який вже зазначили. Можливо, одразу там тільки на характер, тільки на поведінку. Характер поведения мы сперва не поймем, какой человек, поэтому, как говорится, мы встречаем по одежке, да. Но мы встречаем девушек и смотрим, как она выглядит. Формы, зубы – очень важно. Волосы – да, запах, духи – сексуальный, может, с феромонами, вот, какие-то вкусные, приятные духи. Но не так, чтобы от нее веяло прям на все заведение, да, чтобы она всех перебивала. Очень приятно, тонкий. Это тоже нужно уметь это делать. Поэтому… Ну, в принципе, вот на вот то, что я сказал, характер мы сперва не поймем. Да, нужно быть такая, какая ты есть, но если ты хочешь соблазнить того или иного объекта, человека, да, мужчину, то это уже обход сознания, это уже фишки, то, что я говорил. Мужчины обращают формы, внешность, волосы, зубы. Вот это очень важно. Ну, якщо от більш детально повернутися до цих фішок, прийомів для спокушання чоловіків, можливо, є ще якісь секрети, що чоловіків особливо приваблює, що подобається, як дівчата роблять? Коли дівчина активна. Активна, коли вона сидить на зустрічі і не мовчить. А вона може, ну, не всі темы, да, но большинство хорошо с ним, то есть самое важное на свидании не молчать с мужчиной, это самое важное, потому что он, она пришла и он пришел, не молчать, то есть вы должны как бы обмен энергией у вас происходить, да, то есть и вы должны понимать, легко с вами, либо нелегко с друг другом, поэтому в принципе вот
Можливо, є якісь там, не знаю, секрети пограти з поглядом, з Это волоссям. невербально. Невербально у каждой девушки это есть заложено, но кто-то это умеет делать правильно, кто-то это не умеет делать правильно. Мужчина может это понимать и видеть, если она, к примеру, трогает кольцо, да, либо убирает свои волосы. Это невербальный посыл, да, для мужчины. Поэтому соблазнение, да, пикап, соблазнение, знакомство, неважно, как это можно назвать, психология и так далее, нужно как мужчине, так и женщине. Потому что если женщина будет понимать, что она невербально, да, делает, показывает, если он не понимает, то здесь будет игра в одни ворота. А навчитися такому можливо, якщо, от, наприклад, жінка абсолютно не може там, як ви кажете, от невербально привертати увагу, чи можна це в собі привити таку як звичку? Сексуальність можна розвити, сексуальність можна все. Можна все, і це не є от там сверхматематика. Просто нужно розібратися в системі. Как это все работает, как работают фишки, отработать на определенных объектах. У меня очень много парней, девушек, которые после тренинга нашли свою судьбу, и вот много парней недавно сделали предложение. Ну, до речі, хлопці, які методи використовують чоловіки? Я розумію, це можливо там якось секретно, але все ж таки такі цікаві фішки, які використовують хлопці. Все залежить від того, на якому парень уровні. Базовый у него уровень, либо он уже что-то проходил. Сперва нужно общаться непосредственно с человеком. Все индивидуально абсолютно. То есть есть фишки high level, так сказать, есть обычные, да, там банальные, стандартные. Подойди просто. Но сперва что нам нужно сделать? Есть там тренинг и переписки, да, важно. Очень важно переписываться правильно с женщиной. Позиционирование очень, очень важно. Позиционирование с женщиной, с девушкой. Потому что если он отправляет, к примеру, смайлики, обезьянки, да, то есть это неправильно. Вот. Поэтому я очень много видел переписок, которые вот мужчина не должен так себя вести, как бы общаться. Как, например? Ну, к примеру, опять же, мужчина, ты незначимый, еще ценностью никакой для нее не являешься. Буквально 2-3 сообщения, многие девушки знают и увидят, скорее всего, себя в этой ситуации. Свои гениталии отправлять мужчины могут, могут. То есть это часто, зачастую я это слышал. Это очень неправильно, это я вообще я не понимаю, для чего, зачем и почему мужчины это делают. Это очень, ну, вообще просто парадокс, то, что я слышу и вижу это. Это первое. Вот котик, зайчик и так далее тоже не нужно. Это позиция снизу. Не нужно с девушкой общаться с позицией снизу. Нужно всегда постараться быть доминирующим и впереди. Поэтому нужно правильное позиционирование в сообщениях. И заинтересованность, конечно, без нее никак. А якщо ми виходимо за рамки переписки, вже при зустрічі, можливо, є знову ж таки якісь такі особливі методи зваблювання жінок? Кінестетика. Нужно правильно переходить к кінестетике. Правильно трогать девушку. Это тоже очень важно. Можно грубо трогать, да. То есть ему нужно понимать грань, когда это делать, когда стоит, когда не стоит. Места, к примеру. Пойди с ней на картинг. К примеру, прыгни с тарзанки. Создай какие-то эмоции. А не банально просто пойти посидеть, покушать. И, то есть, ну, как-то это не очень. Вы же встретились, вы смотрите на друга как мужчина и женщина. Как вы можете общаться и узнавать друг друга, когда у вас забит рот едой? До того ж, у таких екстремальних, якщо ситуаціях можна проявити себе дійсно по-справжньому, да. Не да. Приховуючи справжніх емоцій та можна, характеру. Можна зробити романтику, тобто на пляжі, можна там. Просто нужно посидеть, подумать, как оригинально. Можно сходить на коньки, если там зима, сноуборд, лыжи. То есть научить ее чему-то. Она тебя может научить чему-то. То есть вот это и есть обмен энергией. До речі, з приводу навчання багато хто стверджує, що жінка потрібно там попросити про допомогу, чоловік відчуває собі тоді себе важливим для неї. Чи дійсно це так? Я відповім так.
каждому мужчине, так же, как и каждой женщине, нравится быть автором, но не жертвой. Мужчины не все и не многие любят жертв. Ведь если мужчина сильный, зачастую сильная с ним и девушка. Поэтому просить что-то у него, на каком этапе это и при каких обстоятельствах, это тоже нужно индивидуально разбирать. І так підсумовуючи, як зрозуміти, що чоловік вже, скажімо так, піддався чарам спокушання, чи можна якось по обличчю або по, знову ж таки, спілкуванню зрозуміти, що все, там місія виконана, він мій? Он что-то делает для нее, то есть вкладывается. Он спрашивает, как она у нее прошел день, что она делала сегодня, хорошо ли, то есть все ли у нее. Он в волнении, волнуется о ней, спрашивает, вкладывается, делает ей приятное. Ну и рядом с ней он, у него могут бегать глаза, у него могут трястись немного руки, голос и так далее. То есть тогда человек, понятно, что он подсаженный, и он переживает, находясь рядом с ней. Ну, что-то приятное делать для нее. Но очень важно, не стоит девушке расслабляться. Треба постійно працювати. Всегда. Отношения – это работа. Как мужчина, так и женщина. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування. Сьогодні говорили про те, як спокусити чоловіка. Прийоми пікапу для жінок нам розповідав наш гість, тренер зі стосунків Артем Травін. Ми ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Усіх жінок, дівчат ми вітаємо з святом весни, зі святом 8 березня. Ну, а з вами був телеканал «Відкритий» Анна Кравчук. До нових зустрічей і не перемикайте!